Привет, ребята! Ну что, мы сегодня всей семьей, мама, папа и Саня, приехали на байк-шоу. И нашли такую машину нереальную, хотели вам сразу ее показать. Посмотрите, что за красота. Монстр. А посмотри, какая птица, или тут петух, или что? Нет, это Саня ворона, мне кажется, какая-то с короной, нет? Это ее прическа. А, какая красавица, пошли внутрь, посмотрим немножко. А, двухместная красавица. Вау. Ну что, мы постараемся сегодня для вас показать всякого интересного, да, Саня? Как празднуют байкеры свои ночи. Ну вот, мы вошли вовнутрь. Иди сюда. Смотрите, уже едут. Вот, получили Саня вот по такой вот, печатке. И Саня, и я. Папа уже пошел наш. Ну что, тут их встречают с хлебом, солью, да? И с бутербродами. Пошли дальше. Вот, тут такой домик. Да, там пойдем потом сразу. Увидим много-много всего интересного и много байкеров. Ой, сколько мотоциклов. Пошли сразу, Саня, туда. Поснимаем всех, посмотрим, я какая там красота. Я мечтаю о мотоцикле розовом. Вот тут увидишь. Может, ну вот, они тут все стоят. Давай выберем какого-нибудь. Вау, ну вот, давай отсюда начнем. Саня, иди сюда. Смотри, какой шлем. Что за тут? Тут Боулевард какой-то. Ой, Саня, все интересно, я знаю. Ой, интересно все. Пошли дальше, понемножку, по всем. Ой, тут и женщины, видите, байкерши. Ну, круто, да, Саня? Посмотрим вот эти разноцветные мотоциклы. О, Саня, посмотри, какие мотоциклы. Вот, Гарли. Покажи. Ой, тут как с коляской такой. Я бы хотела на который сесть. Ну, байкеры стоят. Да. Вот этот очень крутой. Давай посмотрим. Вот этот, вот этот, вот этот посмотрим. А мне этот очень смешной. Вау, какой! Смотрите, ребята. Саня! Мама на что-то там встала, мне кажется, на какую-то эту. Могу сесть? Я не знаю, ну давай. Я бы Ну вот, Саня уже села. Едешь? Вот давай сюда ручки положи, вот так. Едем. Пошли дальше, Саня. Там смотри, весь палаточный городок. Ой, тут как красиво. Ой, там какая-то. Вот этот крутой мотоцикл. Давай пойдем дальше, посмотрим, Саня, давай. Идем понемножку туда все. Я вот это. Ну ты беги, понемножку, только осторожно. Саня выбрала. Ну тут я только могу сказать вау, вау, вау. Вот этот очень красивый тоже, Гарли. Мне такие не нравятся. Нет? Покажешь, которые тебе нравятся. American Elegant. Идем показывать. Подожди, Саня, сейчас. Ай, ну этот уже, слушай, Саня, как со всей этой Софы едешь. И еще вот эти все разноцветные. Пошли посмотрим. Смогу сесть на это? Там эстрада, пошли посмотрим. Ой, тут сколько. Пошли. Ой, розовый. Нашла розовый. Ну давай, идем смотреть. Тут наполовину он такой красненький, как бы. На цвету кажется розовый, но он, Саня, красный. Вот здесь розовый.
приезжают еще. Ну тут целая феста, город. А ты можешь попросить, чтобы меня разрешили сесть? Ну вот пойдем найдем какого-нибудь. А то видишь, они все стоят, эти кони железные, и ничего тут не можешь. Давай садись на который, вот на этот, давай, Саня, давай. Сейчас Аня сядет. Ну как? Саня, покажи, покажи. Ой, нет, нет, может так не надо. Ну вот, Саня мчится. Саня, пошли дальше. Вау, ой, тут крутые уже тачки стоят. О, Харли. Вау, какой красавец. Идем поближе к нему. Вот так. Ой, тут еще их понаехало. Осторожно, Сани. А как понятно? Дымом. Сани, пришли мы магазинчики какие-то нашли специально для чемпионата. Смотри, тут Сани все хвостики лисичи. Знаешь, как они на шляпку там вешают? Смотри, всякие браслетики. Смотри, Сани, всякие. Пойдем туда, посмотрим, там из кожи какие-то всякие изделия. Жилеты, байкерш. Ну, пошли дальше. Мне так понравилось. Ай, тут смотри, эстрада. Тут, вот, смотри, они где все сидят, видишь? Пошли туда, посмотрим. Мы бы с пальтера в рассеянии. Класс и дома, еще такого. Вот, смотри, эстрада целая. Ir esamas Bušido ringų karalius Kęstutis Smirnovas, kuris yra Lietuvos greplingų federacijos prezidentas, tai kviečiame jį pristatyti pačią greplingų kovas, pačią jų organizaciją ir papasakoti, pakomentuoti kovą. Sani. Prašom, Kęstai. Kviečiam, kviečiam. Kęstutį kviečiam. Мы нашли еще какую-то экспозицию, и тут что-то написано. Костерчик. Из такого малого блока по камере инженерии. Вау, ну пошли, Сани. Ушко стоит. Тут спонсоры все. Ну давай посмотрим. Ну ничего, так пойдем. Но красивый какой этот. Смотри, этот какой. Ну что, пошли дальше, Саня? Тут и девчонки, я смотрю, байкерши. Тут нельзя нам зайти за эту ленту. Почему-то написано стоп. Наверное, они очень дорогие и не хотят, чтобы их кто-то трогал. И, наверное, охраняемые, я так думаю. Но тут все уже очень... Вау, какой этот красавец, жеребец. Триумф. Такого еще вообще не видела, даже не знаю. Ой, этот тоже триумф. И шлем какой красивый. А ты потом сможешь попросить, чтобы мне разрешили сесть? Саня, обязательно попробуем попросить. Тут у них варится вот в котелочке. Смотри, супчик.
все. Ой, какой тот красивый. Смотрите, какой там у них сундучок красивый на заднем сиденье.